Седьмой серии девятого сезона сериала «Склифосовский». Брагин просит у Нины прощения за свою выходку. Обещает, что такое больше никогда не повторится. Тем временем к Нине приходит жена Никифорова, которая просит ее оставить Славу в покое. В Склиф приезжает полицейский, чтобы снять отпечатки пальцев у неизвестного, попавшего в ДТП с целью установить его личность. По дороге на работу Брагин попадает в ужасную аварию в метро. Успенская просит Павлу разрешить ей свободное время ухаживать за неизвестным в коме. Посмотреть очередную серию вы сможете 3 февраля.